Вітаю, друзі! Ви на фабриці новин. Мене звати Євгенія Кутнова, і це щоденний аналіз подій з полковником Збройних сил України Романом Світаном. Романе Григоровичу, я рада вітати вас у нашому ефірі. Бажаю всім здоров'я. Навзаєм. На календарі у нас 12 вересня. Це для глядачів, які дивляться наш стрім. Давайте нашу розмову розпочнемо із ситуації у Покровському. Обласна військова адміністрація повідомляє про те, що там Російська Федерація перебила водопостачання, а також один із мостів. Також відомо, що росіяни окупували населений пункт Лисівка, і до самого Покровська лишається 6 кілометрів. Наскільки для нас все катастрофічно? Ну, не катастрофично. Катастрофичнее было бы, если те 50 тысяч россиян, которые сейчас связаны боями на Курском направлении, сейчас бы были бы на Покровском. Вот тогда было бы катастрофично. Тогда уже бы давно начались бы бои внутри города, в городских постройках Покровска. Пока на данный момент связаны эти 50 тысяч, и потому эта ситуация, которая сейчас есть, она, ну, более-менее прогнозируема. Там уже до какой степени управляема, об этом знает только главком и генштаб, но прогнозируемо, по крайней мере. Перебили мост, вот это мост и с водой, самое интересное по водопоставке. Это в районе Мирнограда, недалеко от Покровска. Россияне продолжают такой террористический, это в чистом виде террористическая атака. Почему? Потому что удар по инфраструктурному объекту, который питает водой один из городов. И не один, естественно, один Покровск, там целая площадь питается, сейчас будут искать другие механизмы перебрасывать воду. Создают россияне невозможные условия для жизни гражданского населения. Но это для них не новость после того, что они сделали с Алеппо, с нашим Мариуполем после этих бомбардировок ковровых практически. Уже нового от них ничего, в принципе, ждать не приходится. Это понятно. Потому я говорю, прогнозируемые, в принципе, движения россиян. Давят они в сторону Покровска. Там действительно 6-7 километров у них осталось. Но это, в принципе, нельзя сказать каким-то прорывным действием как таковым. Это пытаются выдавить наши войска с этого направления. Намного опаснее у нас Кураховское направление. Может, неоднократно говорили, пока в ближайшие, может быть, неделю-полторы россияне будут пытаться перенастроиться, то есть переформатироваться перед дальнейшим движением в сторону Покровска. В принципе, эту подушку, там, допустим, 6-7 километров, мы пока еще будем удерживать, пока они не потянут остатки резерва на Покровское направление, упрутся в город. То есть не исключаю возможности того, что россияне за полторы-две недели до начало осенних дождей, они упрутся в город и начнутся бои в городских постройках. То есть это надо тоже прогнозировать, понимать, что это может быть. Естественно, выезжать с Покровска мирному населению, потому что когда подтянут артиллерию, они будут, начиная с прямой наводки танками, заканчивая артой, кабами, будут срывать город. То есть в принципе, Покровску на данный момент, можно сказать, уготовлена участь того же Бахмута, той же Марьинки. И не надо испытывать судьбу. Есть возможность выехать, выезжайте сами, нет возможности, обращайтесь в эвакуационные службы, иначе потом будет очень большая проблема на выезд. Там не так много дорог, которые идут на Покровск, из Покровска на запад, и будет определенная проблема. Еще есть полторы-две недели на это время. Наши войска создали такую дополнительную подушку временную жителям Покровска, чтобы выехать. Но еще раз повторюсь, ничего катастрофического на данный момент абсолютно не видно. Именно по этому направлению. А вопрос по Курахово-Угледарскому гарнизону. Это практически связка. Там чуть сложнее, потому что пытаются россияне из-под Украинска выйти в сторону Курахова, обрезать в связи с основными потоками логистики. Ну, а Курахово завязано в том числе и на Угледар. То есть там намного сложнее. Это также, я думаю, понимают наши генштабы. В принципе, должны отыграть. Механизмы мы им уже с вами даже рассказывали, как, где найти 50-70 тысяч бойцов для того, чтобы удержать это направление. Если потеряем Курахово-Угледар, вот тогда может быть там довольно-таки серьезные проблемы, в том числе и в Покровске. Они с юга тогда могут подойти к Покровску.
А это значит, раз с юга, это значит, могут тогда обрезать и пути снабжения Покровска. Вот тогда мы можем Покровск реально потерять, причем не только Покровск, отсюда нет области, по крайней мере, юго-западную ее часть. Им тогда придется двигаться на север, там сложнее, конечно, там агломерация славянская, Краматорская, Дружковская, то есть там намного все для россиян печальнее будет, но тем не менее, они часть южного, то есть часть южного Донецка отсекут, создадут себе, почему не начали, в принципе, движение на Покровске, надо создать лайтовые условия для работы сухопутного коридора. Мы с Угледара, с Курахова мы достаем до Волновахи, там несколько десятков километров, а Волноваха это основной железнодорожный, основная железнодорожная разведка, причем на нее сходятся железка с севера, которая идет через Амвросику на Донецке дальше вниз, на юг, в сторону Волновахи, а потом она уходит на Токмак, эта железка, через Камыш-Зарю. И с юга также самая железная дорога идет с Таганрога через реку Кальмиус, пересекает в районе Гранитного, заходит южнее Волновахи и тоже через Волновахский узел. Потому россиянам железнодорожный Волновахский узел очень важен в этом смысле. Они будут пытаться отодвинуть линию фронта от Волновахи километров на 50-70. А это вот как раз им мешает в этом Угледарско-Кураховская наша связка. Потому очень важно ее удерживать. Поставить строй ТЦКшников, перевести полностью в управление ВСУ Нацгвардию. Части до 30%, там уже этот вопрос решен по Нацгвардии. Извините, по нацполиции они сами стали встроить, то есть у них этот уже пошел эта карусель. То есть есть чем, по крайней мере, пока будут обучаться дополнительные части, есть чем перекрыть. То есть, ну, это Генштаб должен вместе с политиками, в том числе, великим военно-политическим руководством Украины, наконец принять решение о развале Министерства внутренних дел, переводе большей части их силовых структур в подчинение вооруженных сил України. Мене Григорович, от ви говорите про те, що маскували на Курщині 50 тисяч російських військ. Президент прокоментував і говорить про те, що Російська Федерація пішла там у контрнаступальні дії, все це йде за нашим планом. Про що можна констатувати на сьогоднішній день? Ну, тобто, що це війна, зокрема, маневрів, і тому висновки ще поки що робити зарано. Ну, тобто, мається на увазі, що з нашого тоді боку також можна тоді, ну, пізніше, через певний час очікувати після російської контратаки, вже нашу контратаку тоді, чи як? Чи тут мова йде просто про плацдарм? Да ні, якраз вже можна робити серйозні заявление по этому поводу. Выполнили задачу наши бойцы по курскому направлению. Я же об этом и говорил. Да, мы с вами об этом сколько? Несколько недель об этом говорим. О том, что одна из основных задач – это связать большое количество войск на курском направлении. То есть, а сейчас это одна, это как сказать, основная задача на данный момент. Связывающие операции, сковывающие они называются правильно. То есть, сковывающие операции, они могут проводиться где угодно. Вот, допустим, сковывающая операция в Кремле может быть проведена. Конечно, если туда перебросить десант, и россиянам придется выбивать, допустим, наших несколько бригад в Кремле, в Москве, и они туда стянут полумиллионную армию, откуда они ее возьмут? Только с востока Украины. Вот это называется, это сейчас так оторвано от реалий, конечно, сказал, но для понимания процесса. Неважно, где она может, хоть на Аляске, то есть можно договориться с американцами, в конце концов, через Аляску переправиться на Дальний Восток и там начать сковывающие операции, туда будет переброшена, опять же, полумиллионная армия российская, откуда они ее возьмут? С востока Украины освободят Украину. А вот та же самая картина, проводится сейчас операция в Курской области, то есть это сковывающая операция. Эти бои, они могут быть вообще где угодно. Они могут быть северные Суджи, Суджи, южнее Суджи, ближе к Курску, подальше от Курска, в районе Рыльска, да где угодно. Главная задача – связать боями российские войска. Вот эти 50 тысяч сейчас связаны в Курской области. Если бы этого не было, эти 50 тысяч сейчас бы были под Покровском. И поверьте, 25 тысяч были бы под Покровском, ушли бы на сам Покровск, а 25 тысяч сейчас бы уже заходили в Курахово и Угледар. Вот для чего эта операция нужна, и в принципе выводы уже можно делать, чего ждать. На отлично выполненный маневр, вот именно реально на отлично выполненный маневр по Курской
и по Курскому направлению, причем правильно продуманный. Мы как-то с вами говорили, да, не только мы, это же понятно. То есть война – это математика. Просчитанный, правильно, грамотно просчитанный маневр с участием там чуть больше десятка тысяч наших солдат. Чуть больше десятка тысяч наших солдат связало полсотни тысяч российских. И вот результат. Мы остановили их по Покровскому направлению. Реально остановили. Они остановились из-за того, что у нас полиция подошла, подставила плечо. Ну, это проговаривали с вами, пока еще в рейдовом режиме. Но это часть только, так сказать, заслуги. А часть того, что у них просто нет резервов на данный момент двигаться дальше на Покровск. Все эти резервы, ну, часть, по крайней мере, их на Курском направлении. Потому здесь одни плюсы. А то, что россияне сейчас пытаются контратаковать, бегают там по Курщине, перебрасывают туда дополнительные силы, средства, технику и так далее, и тому подобное, так это наша задача и стояла изначально. Мы их давили на эту задачу. Они долго давились. Мы сколько с вами проговаривали. Это как был крайне пуганных идиотов, так и остался. Они как не назначали это направление как войсковую операцию. Они до сих пор его так не обозначили, но тем не менее поснимали большое количество войск на это направление. Потому Курская операция, я считаю, она серьезно подорвала российский боевой настрой на Покровском направлении. Видання Forbes пише про те, що Путін наказав відбити Курську область до 1 жовтня. Це реалістичний сценарій? Ну, конечно, реалистично. Я больше скажу, они могут завтра ее отбить. Вот просто завтра. Вот 500 000 снимают с востока, да, выводят российские войска с Донбасса и перебрасывают на Курщину. Завтра они ее освободят. Нам при, ну, 500 000 армия наших 10 тысяч грубо выдать. Я сейчас цифры так навскидку говорю, естественно, там не эти цифры, но для понимания процесса. Потому, если он к первому числу поставил задачу выдавить наши войска с Курской области, перебросить туда, а это возможно, если он туда перебросит, 1050 еще. Вопрос, где он их возьмет? На Покровском направлении. Значит, перестанут давить на Курахова, перестанут давить на Угледар, перестанут давить на Покровск. А если он их оттуда снимает и перебрасывает на Курск, так это, я вам скажу, это будет, ну, наверное, самое лучшее то, что мы можем себе даже представить на данный момент для развития событий на линии боевого соприкосновения. Мы вообще можем отойти обратно в Сумскую область, ну, то есть на территорию Украины. У нас там есть несколько рядов уже фортификационных сооружений, они там уже подготовлены, они были подготовлены до того, до захода в Курскую область. То есть, но россиянам надо принять решение перебросить еще где-то 500 000, потому ждем этого решения. И тут ничего страшного, там отойдем, где-то зайдем. Если там будет связано 100 тысяч российских войск, так 10 тысяч наших бойцов свяжет 100 тысяч российских войск, так это то, что за это можно вообще звезду героя там еще одну давать, тому же Сырскому. Романе Григоровичу, РосЗМІ повідомляють про те, що біля аеродрому Оленія, де базуються літаки Ту-95, були чутно вибухи. Відомо, що це місце базування літаків, які скидають каби на українські мирні міста, і не тільки. З вашої точки зору, чи здатні ми зробити приреченими російські аеродроми без допомоги, мається на увазі, західної зброї наших партнерів, а от власними силами? Ну, дело в том, что оленя там немножко другие самолеты. Кабы сбрасывают в основном Су-34, они на дальности сейчас 300-500 километров находятся рядом с Украиной, а олень это почти чуть ли не 2000 километров на север в сторону Мурманска, то есть Мурманская область, Кольский полуостров. Там в основном находятся Ту-160, Ту-95, Ту-22. Ту-22 Х-22 работают, Ту-95 Х-101, Х-555, то есть это дальние бомбардировщики, ракетоносцы, которые, в принципе, для нас это тоже важно. Они нас также поддавливают, и, естественно, уничтожение их на аэродромах – это оптимальный вариант. Мы ракетами до них не достанем. Весь вопрос в количестве такого рода механизмов. Можно, если бы зашло не 3 беспилотника на олень, а 33 беспилотника, а лучше 333. В принципе, это можно сделать, можно организовать, только спецслужбы, которые сейчас этим занимаются на данный момент, не организуют такого рода полеты.
Любая спецслужба ко всем, со всем к ним уважением, ни Главное управление разведки, ни служба внешней разведки, ни силы спецоперации, ни службы безопасности не организуют 333 беспилотника. А меньше не нанесете серьезного удара, допустим, по аэродромному полю. Это просто нереально. Во-первых, там есть определенное ПВО, которое посносит эти беспилотники. Для этого надо ставить задачу и создавать род войск военно-воздушных сил. Еще военно-воздушные силы создавать надо. А надо создавать род войск беспилотных, тяжелых беспилотных аппаратов. То есть это практически самолет. Что долетает до Олени? Что может вообще пролететь 2000 километров? Бобер не пролетит. За FPV-дрон молчу, это там 6-8 километров. Туда летит грубо самолет, там 10-12 метров размах крыльев. То есть это здоровый аппарат, который управляться, во-первых, летит он туда несколько часов, там больше десятка часов, в зависимости от скорости, конечно, но полсуток только в одну сторону летит. Он летит, им управлять должен авиационный состав, то есть подготовленный летный состав. Обслуживать такого рода беспилотники должен инженерно-технический состав военно-воздушных сил. То есть для того, чтобы наносить удары нашими средствами, у нас они есть, раз мы их, да даже если мы их три, вы же понимаете, если мы можем сделать три, мы можем сделать и 333. Вопрос постановки задачи, финансирования и обслуживания. А вот здесь уже спецслужба, ни одна спецслужба не потянет. Потому надо создавать не силы беспилотных систем, как вот сейчас у нас создали. Еще одна системная ошибка, в конце концов, мы придем к ее дроблению. А надо создавать в каждом виде войск, в сухопутных войсках, в военно-морских силах, в военно-воздушных силах. Надо создавать свои роды войск по направлениям. ВВС, это понятно, воздушные, тяжелые стратегические беспилотники, так называемые, в сухопутных войсках. Там могут быть и FPV-дроны короткие, могут быть наземные дроны, это их задача. Ну а по поводу военно-морского флота и так понятно. То есть это надводные и подводные беспилотные аппараты. Но это их должна быть непосредственная задача на своем внутреннем бюджете, естественно, под управлением, обслуживанием и так далее и тому подобное. А у нас пока... Ну, неправильно пошли, то есть кому в голову это пришло, и непонятно, какая задача, кроме финансового дерибана, какая задача стояла для того, чтобы взять и создать этот общий такой монстр, пока еще на данный момент бестолковый. Мы же видим как раз по количеству аппаратов, которые летят, он еще не работает и не заработает, потому что это чуть другое направление. Возможность есть, я думаю, мы в конце концов придем к этому. Почему? Потому что те же спецслужбы оставят себе дроны оперативного управления, то есть что такое оперативного уровня, то есть прямым, под прямым управлением с дальностями, ну, какой есть там, 150 это прямое по радиоканалу, по прямому, пусть еще с ретрансляторами километров до 200, до 300 можно дотянуть, допустим. Вот спецслужбам вот эти 300-километровые дроны, их надо оставлять, они будут ими работать, выполнять свои задачи. Потяг під Білгородом зійшов з РФ. Внаслідок операції ГУР та ЗСУ було здійснено мінування та підрив на залізничній ділянці Старий Оскол Валуйки. І внаслідок успішної операції пущено під кукіс вантажний поїзд, що забезпечило логістичні потреби армії держави-агресора. Вказана залізнична артерія паралізована. Романе Риоровичу, ну я так розумію, що це ж складно такого роду провести операцію, ну пройти непоміченим. Ну тобто важливість всього цього з вашої точки. Ну, это задача военной разведки и сил спецоперации. Опять, системная ошибка, мы с вами сколько раз об этом говорили. Разорвали в свое время, когда создавали силы спецоперации, их создали в составе генштаба, оторвав у ГУРа два полка, 3-й и 8-й полк спецназа, который подчинялся Главному управлению разведки Министерства обороны. Получилось так, что оторвали у ГУРа специалистов, грубо руки-ноги, это тело оторвали, голову оставили. Голову оставили в Министерстве обороны, а тело переместили под управление Генштаба, получили силы спецоперации. А сейчас, на данный момент, они проводят совместные операции, совместные, но только один ГУР подчиняется министру обороны Умерову, то есть грубо Буданов подчиняется Умерову, а силы спецоперации подчиняются Генштабу, подчиняются Сырскому. Для проведения определенных операций нужно согласование и так далее и тому подобное. Надо вернуть обратно силы спецопераций
в управление и создать общее, это главное управление развития, это ГУР. ССО должны подчиняться непосредственно ГУРу и быть в его распоряжении. Вопрос по министру обороны это должен отдельно решаться. Дело в том, что если ГУР сейчас выдернут, допустим, это тоже можно было сделать, выдернуть ГУР с Министерства обороны и перевести его в подчинение Генштаба, то Министерство обороны просто рассыпется. И вот его надо сейчас, ГУР практически цементирует Министерство обороны на данный момент. Вот такой монстр у нас появился. Потому ССО надо переводить в ГУР и под управление ГУР. И вот такие операции будут намного чаще. Это же задача сил спецоперации, задача главного управления разведки. Вычислить месторасположение, проартикулировать некоторые действия перед силами спецоперации, ССО выполнить. Тихо зашли силам спецоперации, зайти на глубину 30-50-100 километров вообще не проблема. Вот у нас была операция, которая проводилась на глубину 600 километров. 600 километров группа заходила, выполнила уничтожение самолетов на аэродроме и вернулась обратно. Правда, не вся. Ребята там некоторые погибли, царство им небесное. Так вот, это операция сил спецоперации вместе с Главным управлением разведки. И потому и говорится, потому что выполняет ГУР и вооруженные силы Украины. Хотя все же офицеры и все под единым практически управлением должны ходить. Выполнили довольно-таки успешно, то есть зашли, россияне не отследили абсолютно, положили товарняк с грузовой поезд с военной техникой. Вот это вот отличная задача. Но она должна быть, опять же, масштабирована. То есть мы когда последний раз о такой задаче слышали, выполняли, несколько месяцев назад. А они должны выполняться не ежедневно, особенно на глубине там армійського рівня, тобто 50-70 кілометрів. Говоримо про перемовний трек. Володимир Зеленський назвав китайсько-бразильську ініціативу щодо закінчення війни деструктивною. Цитата його. Як можна пропонувати, нічого нас не запитавши? А Росія включається і каже, що підтримує китайсько-бразильську ініціативу. Для чого цей театр? Паралельно є інформація, Рейтерс пише про те, що Володимир Зеленський та Сі Цзіньпінь зустрінуться, а так уже восени, мені здається, якщо я не плутаю наразі місяць, мається на увазі Роман Григорович. А про що тоді говорити? Ну, тобто ми вважаємо цю ініціативу деструктивною, але при цьому будемо зустрічатися Сі Цзіньпінь. Ну, тобто ваша позиція. Ну, це ж ми сколько раз говорили. У нас в канцелярії десь там генератор случайних мислей находятся, и потому такие контроверсивные иногда заявления и действия, они логике абсолютно не поддаются. То есть алогичность заявлений и действий, их собрать вместе невозможно. Можно собрать только в какой-то больной голове, у здорового человека такие мысли не появятся. Правильное заявление, что китайская инициатива, неважно, бразильская, какая угодно, это китайская инициатива, с которой носятся все китайские бешеные собаки. Что значит бешеная собака? Как вот Россия в том числе. У них есть несколько, у Си Цзиньпиня есть несколько собак, и в том числе говорящих, там оказывается еще говорящие собаки, которые носятся с теми задачами, которые сейчас есть у Китая. У Китая сейчас одна единственная задача – остановить боевые действия, оставив на оккупированной территории российские войска. Под какой лозунг, под какую окантовку или какое там завернуть в какую договоренность, им это не важно. Китаю это не важно. Им главное остановить боевые действия, чтобы мы сейчас не начали использовать атакамцы, F-16 зашли, чтобы нам не дали джазмов и так далее и тому подобное. Россияне, мы же их раздолбаем, если даже не наступая никуда, просто использовать дальние средства поражения. Это прекрасно понимают, это просчитывают. Им важно остановить боевые действия, но с условием оставить российские войска на оккупированной территории. И рассказывать потом сказки по десятки лет о том, что каким-то дипломатическим путем потом кто-то куда-то это все вернет. Вон, я уже столько раз говорил, Тайвань сильно, там они дипломатическим путем в Китай вернут. Вот то же самое будет ждать и оккупированные территории Украины, а россияне дальше еще потом двинутся. Ну да кто на это пойдет? Тут даже, вот я сейчас только сейчас говорю, уже негатива по этой инициативе, так называемой мирной, то есть слово мирное, это ж слишком растянуто. Потому большой вопрос вообще, что наши канцелярские крысы вообще с Китаем на эту тему разговаривают? Смысл с ними разговаривать? О чем?
о том, чтобы остановить боевые действия и отдать нашу оккупированную территорию, так для этого Китай не нужен. А для этого они сами уже давным-давно, еще в 22-м году, сдались и отдали Крым и Донбасс Путину. Для чего тогда здесь Китай? Потому слишком много таких разнонаправленных мнений и действий, и заявлений. Это вообще такой, я же говорю, там проблема с восприятием действительности. И рассказывать, что это там типа, это политики политику делают, да ничего подобного. Это просто, извините за выражение, дебилы пытаются свой дебилизм прикрыть какими-то политическими заявлениями или политическими разводками, и не более того. Этот дебилизм уже канцелярский, он слишком явен, он слишком явно он себя показывает. Поэтому определитесь согласно нашей Конституции с задачами, а в Конституции все просто написано, там же ничего нового придумывать не надо. Там четко определены наши границы, восстановление территориальной целостности и суверенитета государства, все. И не носитесь с этими идеями дебильными, канцелярскими по поводу мирных саммитов, мирных предложений. Вот вам сейчас китайцы нахлобучат эти мирные предложения. Уже нахлобучат. Это же называется, как формализовать китайскую претензию. Вот формализовали, носились больше года с мирными инициативами, вот ловите эти мирные инициативы. А теперь ездите к китайцам, смотрите им в глаза и рассказывайте, что вы не то имели в виду. Ну вот примерно так. Цзиньпиню сильно вы там в его глаза заспанные порассказываете. Ну, вот это ж, в этом проблема вся. Ну, пусть они мучают, это их проблема, в конце концов. Сейчас это не проблема Украины, украинской армии и украинцев. Это проблема власти этих канцелярских крыс, которые залезли в эту проблему, по уши в этот навоз, и теперь пытаются его как-то зачистить, чтобы ну как-то почиститься. Ну, вот пусть там сколько там, два десятка этих крыс есть, вот они пусть с этим всем и разбираются. Политики великие. Романе Григоровичу, традиційно три бліц-запитання для вас підготувала. Скажіть, будь ласка, заява Ердогана про повернення Криму Україні – це сигнал Путіна? Да нет, конечно. Он постоянно об этом говорит, он другого не скажет ни в коем случае. Почему? Потому что ну, они под эту же тему устава ООН, под тему нерушимости границ, они с Азербайджаном вернули себе Нагорный Карабах. Причем с точки зрения мирового законодательства, ну, реального законодательства, так оно и есть. То есть Нагорный Карабах – это территория Азербайджана. И они же как раз, когда возвращали, к этому и апеллировали. Потому на данный момент Эрдоган ничего не скажет. Вопрос в том, что он будет другого ничего не скажет. Он и будет говорить о целостности. Как, кстати, и Си Цзиньпинь. Почему? Потому что он будет говорить о целостности Украины, вопросов нет. У него же опять же висит проблема Тайвань. Если он только скажет какую-то тему, связанную там с передачей территории России, у него тут же заберут Тайвань. Он тоже прекрасно это понимает, потому носится с идеей мирного саммита, с идеей канцелярских крыс. У них, кстати, одна идея. У китайцев и у канцелярских крыс одна единая идея. Причем Китай это проталкивает, эту идею через свои говорящие головы, через своих бешеных собак, через Россию, через Бразилию, через того же Орбана и через наших канцелярских крыс. Они же тоже с этой идеей мирного саммита носятся. То есть это вот примерно одна площадка, которая пытается просунуть эту тему. А Эрдоган заявляет пока такие кондовые вещи, поперек которых он точно не пойдет. Он заявляет те устои, на которых собрана Организация Объединенных Наций. Вопрос, что он делает в этом. А в это время он вступает в БРИКС вместе с Азербайджаном. Вот действие. Потому говорить это одно, а делать это совсем другое. Якщо Україна перемагатиме на полі бою, то тоді Китай змінить свою позицію по війні? Однозначно. Ну, а йому придется. Он играет, исходя из той ситуации, которая в данный момент складывается. Тому он однозначно изменит. Понимая, что все это утекло, что одна единственная задача, которая для Китая сейчас очень важна, получить на Донбассе литиевое месторождение, для Китая литий это очень важно. И это месторождение он точно не получит никогда, если это месторождение будет под контролем Украины. А вот под контролем России или серой зоны, вот это ему очень важно. То есть если остановить боевые действия, то литиевое месторождение это как раз вот этот регион Покровско-Кураховский,
угледарский. Эти литиевые месторождения китайцы могут их разрабатывать до второго пришествия, там, или местные их будут разрабатывать до Китая, для Китая. Потому ему и важно, так сказать, дать возможность россиянам захватить Донбасс, и чтобы этот и Донбасс, и Крым остался под российским контролем. Им сама юридическая канва не важна. Для того, чтобы разрабатывать месторождение, допустим, для этого юридические какие-то бумажки уже не нужны. У Китая своих серых зон, серых схем хватает, чтобы весь этот литий был у него на заводах, в конце концов. Яким може бути наступний крок Путіна у війні? Ну, одно из шагов, которые очень непопулярные, на которые Путин вряд ли пойдет, это объявление очередной мобилизации. Ему сейчас надо около 300-400 тысяч новых бойцов, но он сразу их не получит. И потому я не думаю, что он пойдет. Слишком должна быть какая-то серьезная проблема, чтобы он пошел на мобилизацию. Но, тем не менее, то есть одна из таких шагов у него однозначно может быть. А по большому счету больше ничего, у него механизмов других абсолютно нет никаких, он все их уже использовал. Вот любой механизм, который был у Путина, он его тут же использует. Вот как только он появляется, завтра он уже начинает работать. Это не сопляжуи в этом смысле. Вот в этом смысле россияне не сопляжуют. С Белым домом и с нашими партнерами, конечно, не сравнишь. Как только появляется что-то, что можно бросить в нашу сторону, они тут же бросают. Ничего нового, кроме мобилизации, у него нет. Но мобилизация слишком непопулярный, слишком негативный внутри страны будет шаг Путина. Потому для нас тут сказать такое двоякое. С одной стороны, проблема будет по большому количеству людей. С другой стороны, это приблизит Российскую империю к развалу. Это наша одна из основных задач. Романе Григоровичу, щиро дякую вам за всі ваші цікаві відповіді, дякую за детальний аналіз подій, за те, що ви щоденно приділяєте свій час нашим глядачам та ділитесь своїми знаннями та порадами. Безмежно вам подяка, як завжди, і для нас це надзвичайно цінно. І давайте подякуємо нашим глядачам за підтримку. Я нагадую, підписуйтесь, будь ласка, на нашу платформу. У нас, друзі, вже більше 4 мільйонів. Я дякую кожному особисто. Тому ще раз дякую за увагу. Зустрінемось вже завтра в ефірі. Романе Григоровичу, буду вас чекати. Дякую. До свидання.